Калифорнийский стартап Energos получил разрешение Федеральной комиссии США по коммуникациям на коммерческое распространение технологии WhatTap, которая признана безопасной для потребителей. WhatTap позволяет подзаряжать практически неограниченное количество электронных устройств, таких как смартфоны, клавиатуры, планшеты, наушники, без физического подключения к источнику электричества. Модуль WhatTap может быть подсоединен к любому компьютерному монитору. Он преобразует электроэнергию в радиоволны, которая достигает заряжаемого устройства и преобразуется в электрический заряд. Устройства с вспотевшими батареями могут находиться на расстоянии до 3 футов, это чуть менее метра. Energos разработал и более мощный вариант WhatTap, способный заряжать устройство на расстоянии до 5 метров, но оно пока проходит проверку государственного регулятора. Эта технология готова к внедрению в массовое производство. Промышленные образцы будут показаны на ближайшей выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе.